Всем привет, это канал Мазалим. Сегодня у нас работает новый фихон Дай Солярис. На полную шумоизоляцию. Автомобиль полностью разбирается. Подготавливается поверхность нанесения. И все будем проклеивать. Багажник полностью, крышу, пол в салоне. Все будет проклеиваться, прокатываться. Первым слоем вибро будем наносить. Далее шумопоглощающий материал. Полностью двери будем делать. Абсолютно голый металл. Все будем прокатывать и проклеивать. Обезжириваем и приступаем к работе. Нанесли вибро, первым слоем наносится, прикатывается, все. Все по максимуму, сплошным слоем. Проклеиваем салон. Таким же образом все наносим, прокатываем и потолок. Готов у нас. Готовы двери. Внутренний пол извели, первым слоем проклеивается вибро. Затем наносим шумопоглощающий материал вторым слоем, таким же образом. Будет наноситься поверх клёва и на дверях с внешней стороны. Приступаем. Нанесли второй слой, шумопоглощающий материал. Наносится вторым слоем поверх первого слоя вибро. Готовы к сборке. Двери. С внешней стороны шумопоглощающий материал проклеивается. Делаем эти три обшивок и приступаем к сборке. Завершили работу. Салон полностью собран. Все на своих местах. Никаких следов разбора. Делали полную шумоизоляцию. И все собрали на место. Все надо. Все готово. Делаем в подарок антислип 4 обшивок. И обязательно фотоотчет о проделанной работе. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.